Фух, да. Место знакомое это все-таки. Потому что в будущем мы точно сюда нагрянем. Будем выполнить какие там миссии. Надо все потом думаю. Так, парень, кузнец, может здесь получится что-то? Починить. Да, это думаю точно нужно. Может, наверное, поэтому мне так мало жизни. Так, уверен, кажется... вам понравятся мои товары. Точно. Так, давай-ка еще что-нибудь привезем. Ну давай, нажимайся ты. Сейчас мы доспехи еще привезем. О, сок появился всего-то. На этом красных и на это и потратим. Еще более себя бундировав. Так, отлично. Будем еще крепче брать. Ну, здоровье увеличим зато. Это как раз думаю то, что надо. Да, 27 тысяч стоит это. Да, дороговато. Осталось только всего две вещи купить. Расскажите обо мне своим друзьям. Так, давай-ка еще чем-нибудь пройдем. Стоимость мотериджи не увеличилась. О, еще на больше. Так, что там еще есть? Оружие какое-то. А миланский меч? Да, ничего не хочется. Надо. Короткое, во. Стиль какой-то. Да что-то ничего, ничего не интересно. Вот, это как раз то, что надо. Так, метатель наши дымовые шашки. Блин, их же нету. Они очень полезная вещь. Скрываться с врагов. Очень хорошо помогают. Так, ну и пуля. Это ли красный пистолет? Он тоже дома понадобится, может быть. Заходите еще раз. Я стал 12 тысяч лори флоинов. Нет! Назад! Останови! Так, еще бы птички восстановить. У нас. Так, нет, это мне не надо. Тратить. С аптечками еще разобраться бы. Далековато мы забежали. Далековато слишком уж. Придется бежать. Столько метров. Так, что-то не, не подметил даже. Не пометил-то. Вот так вот думаю. Будет удобнее. Теперь на здоровье просто. Еще больше, чем почти на том костюме. Ну ладно, будем добираться все-таки вплавь. И флорин будем собирать. 400 метров. Да, бежать конечно. Блин, задолго. Пока, конечно, нету этого последнего здания с символами. Уж последний еще 12 ролик найти. Блин, кстати, мы попотеть, чтобы поиновать его. Ну, может, найдем еще. Вернется Мишель! Ой, как долго бежать, а. Далековато мы изобрели, конечно. Так, у меня здесь лестница, прыгну с ней. Можно ли? Интересно. Будем так бежать. Так быстрее. Мазали. Много. Так, мост.
Мост, мост, слава богу, хотя бы он. О, на такое я не способен. Этот эликсир! Как раз то, что надо. Таблички не нужно. Ну вот аптечки, думаю, понадобится. Максимум привести. Так, сколько у нас там еда? Вода все? Заходите еще. Не знаю, что-то я пока еда вообще не использовал, там у нас клинок есть. Стоит там. Ох, черт. Аттенционе! Порезать. Еще какое-то сокровище есть. Не знаю, буду ли искать. Так, погоди, а ну где он, интересно? Спрятано-то. Наверное, как раз с флоринами эти ящики, но я ее не буду пока собирать. Так-то пока флорина хватает. Ну уж, чтобы потом купить новую, какую-то броню. Бундирование, да. Это самому, думаю, еще хватит денег-то. Так, чем снова туда подать, что ли? Вспомнить будет вход. Остановите его! Не подходи! Да, штурили вообще. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Вырезайся. Так, где же вход у нас-то? Вы не поверите, насколько... Где-то здесь должен он быть. А, вот и он, почти. Ха-ха, вот ты где, Эцу. Я хочу представить тебе моего знакомого. Это Агустино Барбаригу. Скоро он станет дожем Венеции, благодаря тебе. Для меня честь познакомиться с вами, дож. Сожалею о кончине вашего брата. Он сам во всем виноват. Эти борджи купили его с потрохами. Но я такой ошибки не допущу. Пойдем, Эцу. Нам нужно многом поговорить. Мы нашли Сильвио Барбаригу. Он укрылся в арсенале. Ха! Укрылся! Скорее уж захватил. У него там не менее 200 наемников. Вы же дож. Неужели вы не можете приказать ему сдаться? Комитет 41 еще не утвердил мое назначение. А эта выходка Сильвио только осложнила дело. В его распоряжении целая армия. Тогда помогите мне собрать мою. Я знал, что ты так скажешь. Бартоломео Дальвьяно, вот кто тебе нужен. Сильвио не по душе ему и его людям. Он живет в армейском квартале, к юго-западу от арсенала. Ва бене. Я встречусь с ним. Агустино Барбарига. Год рождения 1420-й, венецианский дож. Агустино Барбарига правил Венеции с 1486 до своей смерти. В 1501 году помог создать коалицию, которая выбила с территории Италии войска короля Франции Карла VIII. При этом Венеция удалось расширить свои владения на Апеннинском полуострове. Однако, похоже, Венеция не могла приобрести какие-то владения, и при этом не потеряли другие. В 1499 Венеция вступила в войну с Турцией, и ее флот был практически уничтожен в битве у Зончо. Воспользовавшись этим, турки захватили Лепанто, Мадонны и Короны, все опорные пункты Венеции на пути на восток. Посмертно Агустино был обвинен в том, что получил в подарок бутылки вина и продавал их беспошлино под лестницей тюрьмы. Вот это называется лидер государства. Извините, можешь удержать территорию, хотя бы позаботиться о заключенных. Да. Интересно. Персонаж. А, вот я посмотри, да, точно. Сильвио Барбариго. Выросший в семье богатых торговцев, с миром политики он столкнулся, когда его отца устранили из списка наследников. С тех пор он работал на убийцу своего отца, на своего дядю. Похоже, Сильвио обладал талантом убеждения. Он быстро стал советником дяди и доказал свою ценность, раскрыв заговор саранца против Барбариго. Только представьте, прежде чем саранца привели в действие свой план, Сильвио пригласил их на Пасху. Детей оставили играть во внутреннем дворике, а родителей Сильвио повел на крышу дома. Он произнес тост в честь семьи, а затем дал знак лучникам, расставленным в окнах. С тех пор саранцы не строили заговоров против Барбариго. 10 лет спустя Сильвио стал хозяином роскошного дворца своего дяди. История утверждает, что дядя умер в своей постели.
Интересная история. В отождении 1435 член Верховного трибунала Венеции, прокурор, дворянин. Еще хуже даже, чем все остальные были до этого. Жизнь какая-то. Один хуже другого, тамплиер. В общем, так, ладно, продвигаемся дальше. Новый контакт на убийство, но это вполне себе точно не буду. Они, по сути, не так сильно интересны. Меня больше не сует. Сюжет, это те же ролики истины с ним, будем искать. Получение там каких-то, ну, костюмов, не знаю. Что-то еще, это, по сути, такое интересное. Друзья! Так, думаю, все, обозвели всем. Всем видом оружия, птичками. Теперь можем управляться. Так, ну там как раз мы уже были. В этом месте. Там. Отличные товары! В этом месте мы были. Недавно только что. Убежище тамплиеров. Не будем думать выполнять как раз вот квест связать с этим Сильвио Барбарига, одним последним уже оставшимся тамплиером в Венеции. Так, как они продвинутся? Не понимаю даже как. Ох, нехило, я поземлился. Нет, все-таки по крыше бежать мне даже не хочется, потому что... А вот здесь придется поплавать. Не знаю, когда костюм получить, даже пока не знаю, даже... когда мне его взять. Мы отлично вернемся, конечно, скоро, я думаю. Тогда можно попробовать взять костюм этот. Пока так-то. Возможно, что туда добраться нету просто. Слишком много времени займет. Не записывать это не могу, просто не хочется вырезать все. Первое было Assassin's Creed первым. Где мне приходилось там много чего вырезать. Хоть, конечно, можно было не вязать по-своему. Может, все-таки провалки-то надо оставлять. Как мне там оказалось. Пользователь один. Так, живее прохождение, немножко чуть более, кажется. Так, ну все, мы, кажется, добрались до этого места. Добежали почти уже. Да, вы быстрее. Эй! На помощь! Кто там сказал, интересно? Штаб-генерал Бартоломео. Так, у меня здесь символов никаких нету. Небольшой аккаунт. Информация. Где он, интересно? Эй! Нет! Назад! На помощь! Где помощь-то? Она должна быть красавей! Атенто! Кому помочь, интересно, надо, я пока не понял. Эй! На помощь! Кому помочь, не я даже не понял. А, вот кому. Эй! На помощь! Хватит уже повторять-то. Ты один из людей Бартоломео. Что произошло? Где он? Бандиты Сильвио напали. Забрали его. Увели вглубь квартала. На север! Да, что-то только-только помер, что ли, до этого. Только это выжить. Покойся с миром. Да уж. Посмотрим, такие возвращаешь небольшие недочеты в игре. Так, боец в клетке, освободите с клетки Бартоломео дель Авиано. Так, теперь спасать его надо будет. Спасать его, где он находится, интересно. Вот здесь, что ли? Сюда нам надо направляться. Да. О, слава богу, здесь только син оказался. Приходилось спускаться слишком медленно. Слушайте! 115 метров. Бежать придется долго. Ой-ой-ой, еще в тизере. Хотя, может, недолго. Погоди, картинки. Так, давай-ка. Ладно. Идем. Идем. Надо спасать этого.
Какой-то ж нажил голос. Куда мы? Вам, трусливые говнюки! Сговаривает. Хорошо, хорошим тоном. Видимо, стражниками, что ли. Городская казна. Где-то здесь он. Меня сам родители! Звезда Венеции клонится к закату! Так, давайте. Хочу! Он там! Я пощеку того из вас, у кого хватит смелости освободить меня! А все остальные сдохнут от моей руки, клянусь! Как можно продавать свою честь и достоинство за пару монет? Вы понимаете, что служите предателю и трусу? О нет! Ну, я не понимаю, зачем вы заковали меня? Они так и не поняли, что произошло. Молодцы. Спасибо, помогли. Наконец-то! Даже не знаю, расцеловать тебе или дать по морде. Может, и то, и другое, на всякий случай. Вижу, ты в порядке. Кто ты? Я Эцио Аудиторе Деференце. Я спасу тебя. Мы еще посмотрим, кто кого спасет. А чем это ты? Смешной момент посыл. Все туда! Схватите их! Да. Наконец-то стало интересно. Только не переутомись. Да ладно, сам не переутомись. Пора. Точно. Так, можно читаем пока биографию о нем, что ли. Бартоломео де Альвиано, год рождения 1455, кондотьер. Бартоломео родился и вырос в городе Альвиано, в центральной Италии. Он был умным и опытным воином, прослужив за несколько лет в Венеции. В 1496 он поступил на службу к семье Орсини, которая пыталась защитить свои владения от папы римского Александра VI, то есть от Риго Борджи. Войска папы одержали несколько побед, и Бартоломео осталось только три крепости, он продолжал борьбу. Чувствуя, что победа близка, Чезаре Борджиа, сын папы римского, отрезал Бартоломео от учеников снабжения. Казалось, все кончено, но в самый последний момент на поле боя появился Карло Орсини со своей армией. Вместе Бартоломео разгромил войска папы и даже ранил Чезаре. В 1503 году Фердинанд II, король Испании, получил Бартоломео командование армии, чтобы тот разгромил войска французов и захватил королевство неаполитанское. В следующем году Бартоломео разгромил императора Максимилиана I и захватил Триест и Горицию. Это произвело большое впечатление на правителей Венеции, и они назначили его генерал-губернатором. Удача была на стороне Бартоломео до 1509 года, когда в битве при Аньяделло он ослушался приказа и атаковал французскую армию в лоб. Битва была проиграна, а Анин и Бартоломео попал в плен. Венеция потеряла Ломбардию, провинцию на покорение, которое потребовалось 8 столетий. Разъяренные венецианцы подсказались выручать Бартоломео из плена, хотя он утверждал, что пытался вернуть бесценные венецианские артефакты, которые были украдены французами. Так, Бартоломео пробыл в плену до 1513 года, но французы, как все мы знаем, славятся своим добросердечием. Они сводили его, и он сражался на их стороне. В 1515 разгромил армию швейцарцев, командуя отрядом в 300 человек. В том же году он снова стал генералом венецианской армии и погиб при осаде Бреши. Венецианцы устроили ему пышные проводы и похоронили в церкви Санта-Стефана. Ведь еще пару голов! Герой многих войн оказался... Может, обойдемся без кровопролития? Почему? Ты боишься? Нет. Проявляю осторожность. Их в 100 раз больше, чем нас. Ну да, точно. Как вам угодно. Это будет неправильно все-таки. Осторожно, не стратегия. Его зовут Данте. Остальные люди Сильвио жалкие псы, но этот Данте опасен. Да ладно, мы вот так там в одном бою в прошлой серии завалили. Свобода. Точнее, позапрошлый. Как я по тебе скучал. Они ударом завалили этого Данте. Сильвио поручил своим людям разорить это место. Готовьтесь к бою. Ха! Подходите! Посмотрим, на что вы способны. Наконец-то стало интересно. Давайте повеселимся. Да, легкотня слушаться, но я удовольствие. Давай, нападай. Совсем раз... Вы вернули нам надежду, друг. Всем сердцем мы спасли молодого. Тебя...
Да, что-то... А нажимай клавишу-то. Что-то я... Да, мечами... Я... Что? О, извини, я задремал. Сражался с этим... тяжеловесом, не знаю, в доспелах. Так, Сан-Закария. Никаких символов нету? Видимо, нет. Церковь Сан-Закария. Отлично. Кажется, это были добрые. Если тебе дорога жизнь, сдавайся. Ни за что. Отними у человека свободу, и что у него останется, а? Нет, в клетку я не вернусь. Тогда отправишься в могилу. Убить их. Так, сюда. Это стало интересно. На сранье. Всё, меня же не отнял. Следуй за мной. Ну и свалку они устроили. Надеюсь, Бьянка не пострадала. Кто за Бьянка? Ну, думаю, скоро знаем. Хотя, можно было подумать, что его жена. Но на самом деле это какой-то друг оказался. Не на шлёном морозе. Бьянка! Бьянка! Эй, все в порядке? А ты как думаешь? Оглянись вокруг! Бедная Бьянка. Если с ней что-нибудь случилось. Ага! О, любимая, ты жива, слава богу. Эцио, это Бьянка. Бьянка, это Эцио. Большон? Да уж. Ну и странно, как этот человек тут. Я знаю твое имя, но не знаю, что тебе нужно. У меня есть дело к Сильвио Барбариго. Сказали, ты поможешь. А, ты окажешь мне честь. Но мы не можем идти против него вдвоем. То есть, я хотел сказать, втроем. Может, у тебя есть какие-нибудь предложения? Я пойду, подготовлю к бою людей. А ты в это время займись вызволением пленников, которых захватил Сильвио. Мы не можем поступиться с совестью и бросить их. Интензи, я немедленно этим займусь. Удачи тебе, Эцио. Так, задание никто не забудет. Освободите наемников, которые сидят под арестом в квартале Костелло. Давайте займемся этим. Будем подготавливаться к миссии по ликвидации Сильвио Барбариго и Данте Мора. Походи, не миссия, по сути, не такая сложная, то есть там, конечно, с ним не так сложно правиться в сравнении с другими, там, да это были... Сплошные, сложнее миссии даже. На площади Сан-Поло. Так, сейчас будем возвалять. Так, надо быть, не знаю, избавить тут. Снорвать все плакаты всякие. Сейчас мы думаем, попробуем-ка с другой стороны зайти. Так, что ты? Сложно. Это а, дебой их вырубили. Один куда-то уже бежал. Спасибо за помощь, друг. Если получилось. Хочешь, мы будем сражаться на твоей стороне. О, Майк, приперся. Идем. Вот он, за ним! Есть только один способ преподать тебе урок. Да, что? Тихо. За мной. По всем получилось. И спокойно. Побежали. Успеем, думаю, добежим сейчас. Поэтому надо сводить, по-моему, три группы этих, что ли, бойцов. Или нет. Я не помню точно. Маленько врач, ну потом, ладно, сделаем все это. Так-то фактически нас дома хватит. Пока что. Так, ну все, прибыли. Ага. Прибыли. Он здесь!
Хватит! Теперь ты заплатишь! Теперь не уйти! Теперь можно? Теперь ты заплатишь! Подберите пока его. Мажете. Отлично. Давайте, отвлекайте его пока я... Убийство! Вот и все. Не отставай. Один бежит. Трус. Не трогайте меня, пожалуйста. Который боится. Так, отлично, еще одну группу смотри. Мы с тобой, друг. Скажи, куда идти? Теперь осталось водить, по-моему, еще одну группу. Если, конечно, сюда. Хорошо помню. Может быть и не... Да. Еще одну. Так, черт. Черт. Так, что у нас там? Транс кодекса? У тебя что-то ладно, боится, потом друг? Осталась еще одна группа. Только самые модные товары. Еще одна группа осталась освободить. Так-то. Ну, придется бегать. Мы не туда побежали. Да, что это идея? С одним сражаться буду. Вы еще, слушайте. Идем. Думаешь, ты сможешь улизнуть? Так чего можно избавиться от них? Не трогайте меня! Чтобы это не было, так, побежали, побежали. Марик Ларин, там еще ящик лежит. Не трогайте меня! Пожалуйста! На опыт еще последний, кажется, где-то должно быть. Группа. Гражданам о том, что ремонт мостов продолжается! На опыт последний. А потом его отдали Сильвио, будто собаку. Ух ты, да, сзади, сзади будет удобнее. Вот белок правил хорошего тона. Может быть, нет. Отлично. Так, давайте-ка отвлекайте. Да, вот только. Вот так. Ладно, и последний остался. Так, сюда. Так, надо теперь освобождать этих. Еще одну группу. Посмотрим, остался. Спасибо за спасение! Позволь нам также помочь тебе! А все, освободили группу, отлично. Никто не забыт, квест выполнен. И теперь пролимся назад о Барбаригу. Еще Барбаригу, один отправился точнее, в мир иной. Да этому. Обретет он вечный покой. Бартоломео, наверное, какой-то план придумает, думаю. Чтобы разобраться с нашим злейшим врагом. Так, ну уж не значит. Сколько у меня там фарин, это 22 тысячи, но пока тратить ничего не буду, думаю. Если только на птички, может быть. Можешь как тратить, не буду тоже. Так, я помню, почти уже прибежали. Здрасте. И прощайте. Так, а нам сюда интересно. А, точно. Привет, Эцио! Добро пожаловать! Кстати, моя армия снова со мной. Теперь Сильвио поймет, какую ошибку он совершил. Что будем делать? Навалимся на арсенал всем скопом? Нет, так нас перебьют у ворот. Я придумал кое-что другое. Возьми моих людей и расставь их по всему кварталу. Они поднимут шум, и это заставит Сильвио бросить против них почти всех воинов. Тогда в арсенале останется мало наемников, и я смогу проникнуть внутрь. Именно! Тебе никто не сможет помешать. И надеюсь, он клюнет. О, не беспокойся об этом. Ну да, в общем-то осталась вот как раз эта миссия. Так, бой, ответьте наемников в места, отмеченные Бартоломео. Давайте сменимся. Не отставай. Может, что успеем. Так, побежали. Побежали. Пора заняться. Ликвидацией последней. Свежие пиявки! Птички, думаю, прикупить. Одну хотя бы. На всякий случай. Вот и все. Заходите еще. Чё ты так... Так, ладно. Тащить немножко, пошучу. 129 метров. Ладно, расставим их во всех местах, где сможем.
ним! Ох, отлично просто. Сейчас будет больно. Что случилось со стражей? Кто эти маленькие бомбины? Может быть, нет. Столько всего там этих будет. А ну-ка, отбрось от моих людей. Стражники долбанные. Остался последний, да? Дай-ка я разберусь им. Красавчик. Так, идем. Ладно. Идем. Точно. Время тратить пустую не будем. Так, как вам кажется, там, где что ли у нас Бартоломео находится? Точнее тот. Последний тот. Барбариго. Плохой. Один из тамплиеров, в общем-то. Последний. Так, ну здесь, кажется, надо поставить будет. Все, быстро справились. Даже на ту секунду все потратили. Жди, пока я подам знак. Как прикажешь. За мной.